Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Давненько я в нее не играл. Так, тут у нас свин в ковбойской шляпе, а здесь свин монах или шаман. Давай попробуем с шамана. А, я не могу сюда? А, нет, все, ребят. Так, проверим. Свинская мощь 178, а моя сила команды 112. Несправедливо. Но если мы посмотрим видосик с вами, да, получим 20% к здоровью. Да и я вначале хотя бы гляну, что он из себя представляет. Может быть, мы его сможем завалить, хотя вряд ли. По мощам он нас превосходит. Вот он. Так, ну давай прощупаем его, так сказать. Воу. Мощнявый чувачок. Так, сколько у него там? Что он там делает? Готовится к атаке, судя по всему. Так, мы на него повесили отравление. Так, ребята, давай попробуем его хорошенечко прожарить. 52 к урону. Сколько? Чего? Сразу? Серьезно? Парень, ты серьезно? Ты это не шутишь? Блин, это очень печально, друзья мои. Так, мы с вами можем... Я не знаю, что это такое? Вот это вот. Блин, я не знаю, ребят, что у меня здесь такое? Вообще, так, ладно. Подпитка и давай-ка бомбанем. Слабо как-то ударили. Слушай, ну он мощный, этот чувак. Это явно. Тут к бабке не ходи, мы прекрасно видим, что он тут вытворяет. Я боюсь, у меня даже не хватит коктейлей постоянно отхиливаться. Так, сколько у него еще? Так, он готовит супермощную атаку, да? Блин, наверное, мы сейчас потеряем с вами нашу птичку. Да ты смотри, она живучей всех живых. Так, слушай, дай-ка мне сюда коктейльчик применим. Слушай, сейчас мы суператаку звезданем, ребята, и должны, в принципе, выиграть. А ну-ка. Риск. Риск большой. Ну-ка, давай-ка я так сделаю. Да, мы его одолели, но, ребята, мы потеряли с вами одного из наших птенцов, и это очень плохо. Потеряли мы с вами Чака, да? Две звезды. Ерунда какая-то, нам выпало еще. Семечки плюс камешек. Но главное, что мы его прошли, и мы с вами можем дальше продвигаться. Слушай, я попробую сейчас, наверное, ковбоя вот этого бомбануть. Интересно, получится у меня или нет, как думаешь? Так, здесь две звездочки, ничего страшного. Так, а что у нас тут? Ага, 200 нужно, да, чтобы купить прическу для нашей Матильды. Так, а этот тахонорик, что радуется? Ну-ка, давай навестим его, посмотрим. Тут еще больше мощей, мы увидим аж 181. 181. Награда сундук. Иммунитет к отрицательным эффектам. То есть, я так понимаю, что ему по барабану будет на отравление, да? Ему будет плевать на мое отравление. Иммунитет к отрицательным эффектам. А что, у нас у него только молния и отравление, больше ничего нету. Давай посмотрим, наверное, видосик. Так, сколько мы с вами? Сила команды 134. Ну, давай навестим. Навестим, посмотрим. Вдруг все-таки получится у нас подбить. Наверное, явно без коктейлей не обойдется здесь. Тоже мне Индиана Джонс. Ну-ка, проверим. Иммунитет, я понял. Все-таки он с иммунитетом. Так, что делает? Злится, психует. Давай-ка мы с тобой, наверное, поставим защиту. Я не помню, на один ход или на сколько у нас идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Рассеял, да? Рассеял он защиту. Да ты достал уже, парень. Я так запарюсь Матильду-то отхиливать. Ну-ка. И включаем. Давай. Суператака. Раз. Два. Так, ну уже хорошо, уже, ребята. Блин, Чак, ты держись у меня. Я боюсь, он все-таки погибнет. Что-то мне так кажется. Надо было мне брать сюда не Чака. Я сейчас понял. Надо было мне здесь брать моих птенчиков.
наверное, так было бы эффективнее. У него что, контратака, что ли, идет? Слушай, по-моему, у него контратака идет. Все. Вырубили мы этого Индиану Джонс. И проходим с вами далее. Две звезды, да? Угу. Только лишь из-за того, что у нас было недостаточно хп. Я хочу этот сундук, ребят. Давай-ка еще разок попробуем. Да чтоб тебя. Давай еще разок. Ты издеваешься надо мной. Последний разок пробуем, ребят. Не выпадет, так не выпадет. Все. Не досталось мне. Ладно, короче, мы мини-боссиков двоих сейчас с вами забомбили. Может быть, это и не мини-боссики, но для меня они выглядели именно так. Так, что там у нас? 163 монеты, этого мало. А куда я могу дальше-то пройти? Так, подожди-ка, ракушка у нас тут созрела, ягода к нам надавала. Куда я могу пойти? Ага, сюда. Погнали. Кстати, у нас, по-моему, ивент сейчас идет, да? Так, свинская мощь всего лишь 75. Вот это я понял. Вот это по мне. Вот это по мне. Поехали, друзья. Три звезды за победу увеличивают размер награды. Но это и понятное дело. Ага, вот они, ханорики. Давай кислоту на всех. Блин, как-то слабо. Слабо бомбит, на самом деле. Так, начнем с малышей вот с этих. Ага. Так, у него... На третий ход будет бомбить, да? Успокойтесь, малышня. Тусуются они здесь. Так, добивочный. И еще разок бомбанем. Так. На следующий ход он будет бомбить. Я только не могу понять, что у него там за спецвозможность. Дай-ка я почитаю. Так, неумелые миньоны пассивно увеличат урон на 25% за каждого убитого союзника. Ага, за каждую свинюшку, да, получается? Он накапливает себе силу. Ну, сейчас проверим. В кого он бомб... 198, ладно. А теперь мы в ответочку ему прописываем. На, получи, распишись. Так, Матильда, хильни маленько нас. Свина подбили. Слушай, ну, довольно легко, но у него и мощь была слабенькая. Согласись, 75 против наших... 112. Дай нормальную награду, а? Ну вот, хорошо. Я согласен. Так, и мы с вами приближаемся к воротам. Там, смотри, сундучок какой-то лежит. Так, дай-ка я сюда зайду и гляну, что у нас тут. А, это у нас арена. Кстати, на арене я еще до сих пор не дрался. По-моему, один разок только повоевал и все. Не, не хочу. Так, забери награду и вступи в следующую битву арены. Лига завершена. Никакого места, да, не занял я, получается. Так, ежедневные задачи. Ясно. Слушай, а если я сейчас перейду к себе в домик, я смогу что-нибудь скрафтить? Мне, по идее, нужны коктейли. Хилищие. Но я не уверен, что у меня хватит для этого всего ингредиентов. Поэтому давай-ка мы, наверное, с тобой пойдем сюда дальше. 131. Это свинская мощь. Тут у нас шаманы. Блин, как же я не могу терпеть этих шаманов, а? Что они делают? Увеличивают силу атаки по мере заполнения перца ярости. Восстанавливают всем свиньям 165 единиц здоровья за ход. Действует в течение 3 хода. Увеличивает силу так и поменяет. Блин, да хорош. Слушай, они тут все будут хиляться. Ты прикинь, наносит 266 единиц урона. Уменьшает исцеление цели на 100% в течение 3. Исключает зелье. Блин. Вот это незадача. Ну что, будем пытаться бомбануть или нет? Серия боев «Великие утесы». Поехали, посмотрим. По-моему, тут 3 волны будет, да? И в каждой волне будет как раз по одному вот такому ханорику. Так, погнали. Отравление. Кстати, отравление очень слабо почему-то у нас действует. 52, да, к урону. Хорош, лилипуты. Успокоились.
Как всегда, Чак отгребает у нас. Как всегда. Раз. Так, ну, он отравится, я думаю, да? Два. И три. Так, минус один. Так, Матильда. Ясно. Ред, давай. Хоп, сюда. И вот этого добьем. Все, в принципе, уровень пройден. Так, Матильдочка не может ходить? Добиваем. Так, первая волна пройдена. На второй волне, наверное, будет у нас уже... Угу, вот он, первый шаман. Естественно, нам нужно с вами разобраться вот с этой малышней. Со всей. Со всей малышней, я не знаю. Потом будем применять с вами перец. Так, у него два. На второй ход он уже будет бомбить. Я понял, это плохо. Как жалят-то. Да хорош уже Чака-то обижать. Так, минус. Друзья, я не знаю, может быть хильнуть попробовать его. Отдуплиться же ненароком. Почему-то он на Матильду наметился, да? Хочет ее сейчас бомбануть, что ли? Но... Так и есть. Именно Матильде досталось. Ай, добили ее. Ну, как так-то? Мы без нее здесь ничего не сможем сделать. Без хила, я как без рук. Надо было Чака убирать, мне кажется. И брать трех птенцов. Так что он там собирается делать? Что-то там замутил уже. Вот сейчас, мне кажется, Чака накроет. Нет, смотри-ка. Не Чака. Ну, без хила все равно сложно. Этого, если мы вот этого даже и пройдем с вами, то следующего вряд ли. Давай, применяй. Нагреваем. Раз. Двас. Трис. И добивочный. Отлично. Последняя волна, здесь уже будет маг. Угу. И маг, и шаман. Все в кучу. Слушай, мне кажется, мы здесь проиграем. Ого. Нифига себе, они наяривают, ты посмотри. Еще и отхил идет. Слушай, где у нас тут... я не знаю, вот резать, резать. Мы же можем где-то с вами оживить нашего бойца, да, нашу Матильду. Но я не помню, как это действует и кем. Так, тихо, что он там? В задумках, да, они? Блин, вот это что ли? Совсем не то. Совсем не то, что-то я активировал. Блин, сейчас будет весело, по-моему. Так. Очистили, да? Офигеть, бомбанул. Вот теперь сиди, думай, кого тут лучше бомбить. Чак, тихо, Чак. Стой на месте. Поехали, веселимся. Давай только в одного. Нет, они начали разных бить. И это плохо. Это плохо на самом деле. Блин, я все коктейли потратил. Представляешь? На, получи, ушастый. Не хватает мне Матильды, конечно. Тут что не говори. Хилять будет, нет? Нет, не будет. Вжариваем. Слушай, подожди, а у нас, по-моему, вот эта пицца, да? Если не ошибаюсь. Ага. Давай еще. Все? Больше ты не можешь, только один раз? Блин, начинается веселуха. Так, очищение и отхил, да? Ну, хорошо, что не очень сильно захилялись они. Так, перец применяем. Ну, да что ж ты вон того-то не бьешь? Давай вон того лучше. Как специально все сделано, да? Ты посмотри. Так, ну вот того я точно убью сейчас. Готов, парень, доржался. Так, ну что, остается маг. Остается маг. Что он там у нас делает? Он у нас делает отхил, так? И очищение, по-моему. А, он еще и атаку делает. А я и забыл совсем это. Ну, неплохо.
Так, давай там думай. Так, перец, чили. Слушай, по-моему, он сейчас... А, нет, ребят, ему крышка. Ему крышка, мы его сейчас раздеребаним. Все, ну, получим. Уровень зато получили. И одна всего лишь звездочка. Две? Три? А, это босс был, все, я понял. Это, ребята, босс был, поэтому нам повезло. Так, поехали. Ну, я считаю, что неплохо, ребята, правда, без Матильды. Но тут был, как говорится, выбор, либо-либо. Так, мы с вами нормально получили монет, потому что мне нужно купить для Матильды парик. Ага, тут уже дальше продолжение. Так, опять этот Максвин. Это что такое? Да что там за призрак вылетел? Так, птичья сила 188. Мастерство повышено с 4 до 5. И у нас с вами привидение какое-то вон там ждет. Поджидает. Предосмотр. Так, ивент. Слушай, ну подожди, я ведь, по-моему, могу уже участвовать сейчас, да? Начнется через 2 суток. А здесь тоже? Через 10 дней. Офигеть. Патч 3.0.1. Новые хроники. Возвращение в Амазон какой-то. Так, секунду, дай-ка я кое-что тут посмотрю. Вот тут вот, во-первых, что у нас? Воу. Листовая сумочка. Это для Матильды. Слушай, смотри, все на высоте. И ценник-то, в принципе, недорогой. Секунду. Чуть было не забыл, что мне нужен вот этот вот парик. Да, ребята, пришлось потратиться на него. Так, теперь я забегу к себе домой. Рови аккаунт. Так, у нас здесь бесплатно есть что-нибудь? Нету, да? У меня 20 монет. Мне нужно еще 7 монеток золотых получить, чтобы 10 раз крутануть эту свинку. Это будет круто. Мы с вами можем получить эпик какой-нибудь. Так, ну что ж, давай посмотрим. Так, это наши ресурсы. Ага, это все, что у нас слабенькое. Подожди-ка, а почему у меня на моем... Так, это я могу типа скрафтить? Могу. Я могу сумочку... Нет, сумочку нет, не хватает 2 звезд. А вот это вот могу. Но у меня такое ощущение, что у меня, по-моему, есть все это. Ну-ка, давай-ка глянем. Где вообще мои бойцы-то все? Невидимого фронта. Зелье, кстати, да, давайте-ка мы с вами... Чего? В плане у меня этого нет. У меня это все должно быть. А, это зелье опыта. Удваиваете опыт, полученный за бой. Вот оно что. А что это за килька? Могучий орел мгновенно уничтожает всех врагов на поле боя. Любимое блюдо. Золотой котел. Да, да, да. Так, неужели действительно... Нет, не хватает. Ты прикинь, у меня нет ингредиентов. У меня нету колбы, у меня нет слезы и вот этого яблока. Я думал, что это все у меня есть. Колба, что нужно? Так, ну я могу сделать... Сколько там нужно было? 4 колбы, да? А яблоки? Чтобы сделать яблоко, что нужно? Понятно, слеза. Слез у меня... А, вот у меня какие слезы. А здесь кристальная вода. С такой я даже еще и не встречался. Так, магазин. Так, погоди-ка, мне нужно кое-что глянуть. Матильда. Значит, надето в данный момент вот это, да, этот парик. А этот что будет делать? Излечение и тернистое вино. Наносит 40 единиц урона в течение 3 ходов. Цель также получает 115 единиц урона за ход. А вот это что делает? При нанесении урона любой птицы, все птицы лечатся на 15% от полученного урона. Действует 3 хода. Наносит 136 единиц урона, лечит всех птиц на 25%. Ага, вот сиди теперь и думай, что лучше.
Так, ну если смотреть по ХП и по силе атаки, вот этот парик будет, конечно, лучше. Тернистое вино. 40 единиц урона. Да, не знаю, ребята. Зачем я тогда покупал? Апгрейд, что нужно? Понятно, это все потом. Так, наш пират. Не пропустите. Огневое прикрытие, контратака. Это в магазине, да, покупается? Так, ловкачи. Ловкачи. Что у вас тут экипировано? Ага, на 3 звезды. Острый бумеранг. 143 к атаке. Остальное все ерунда. Так, что у нас на нашем самурае? Так, удар дракона наносит 3 удара по 63 единицы. Это хорошо. Сабля, да, значит, у тебя? Плюс у него есть критический удар. Все вроде бы замечательно, да? Но чего-то не хватает. Не хватает нам 7 монет. Вот монетки были бы. Слушай, ну мы можем, в принципе, попробовать заработать с тобой. Сейчас попробуем сделать некоторые задания. Может быть, нам за них дадут монетки. И тогда будет все классно. Я вот не помню, на арене мы получаем с вами монеты или нет. Ребят, если кто помнит, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, где лучше всего фармить. Я не хочу покупать, донатить или еще что-нибудь. Тут что у нас такое? Канонир, 250. Это как раз для нашего бомбера, для нашего пирата, да? Ну что, посмотрим, что это за привидения такие у нас. 199 свинской мышцы. Да вы что, серьезно, что ли? 199, мне их не одолеть вовеки веков, ё-моё. Блин. Восстает через 23 хода после смерти. Через 23, может быть, они хотели сказать, через 3 хода восстает. Я же их помню, этих олухов. Совет. Эти жуткие свиньи являются нежитью. Они будут восставать после смерти, пока ты не перебьешь всех свиней. Совет. Старайся убивать свиней и нежить примерно в одно время. Да, это хорошо сказать, в одно время. Давай заглянем хотя бы, посмотрим. Ну что же, вот у нас этот дух. Ё-моё, давай попробуем. Ё-прысот. А он очень сильный. Он очень сильный. Я что, шляпу так и не поменял, да? Я шляпу так и не поменял. Точнее, я поменял, но... мне надо было другая. Ладно, посмотрим. Что? Так, что-то он... он что-то готов... понятно. Матильда, как всегда, в своем репертуаре. Матильда отдуплилась. Ну-ка, попытаемся сделать вот так. Давай, атакуем. Ага. Ну, крепкий, крепкий парень, ничего не могу сказать. Давай. Слушай, есть все шансы его подбить. Мне кажется, он сейчас будет звать подкрепление на следующий ход. Скорее всего, позовет кучу призраков, да? Ну, глядим. Так и есть. Так, друзья мои, и есть. Он позвал подкрепление. Блин. Слушай, ну не ватные, я думаю, что мы их успеем разобрать. Да хорош уже пугать. Чак там... так, тихо, тихо, тихо. Так. Минус один. Блин, надо было, друзья, наверное, нам применять вот этот вот. Сейчас посмотрим. Оу! Ну давай. Чак, жарь. Отбили. И у нас выжил только лишь Чак. Здорово. Мастерство себе повысил. Это, конечно, все круто, но так дальше продолжать нельзя. Друзья, так дальше продолжать нельзя. Мы с вами просто фейлимся. Причем довольно часто. И что мне нужно сделать для того, чтобы как-то укрепиться? Монстр-то все сильнее и сильнее становится, да? Угу. Мастерство повышено с 3 до 4.
И вы хотите сказать, что мне нужно идти дальше, вот сюда. Ну, давай глянем, кто у нас тут. Свинская мощь, всего лишь 46. Ну, с этими гаврюшами я разберусь. Давай только мы, наверное, с тобой возьмем наших вот этих вот трех птенчиков и будем играть за них. Их тоже нужно прокачивать. Кстати, пирата тоже нужно качать. Опс. Так, проверка. Нормуль. А так? Нехило. А так? Нормуль. Ну, атака у них вшивенькая, потому что они слабенькие. Да иди ты в пень. Так, что задумался опять? Что ты там хочешь сделать? Я тебе сейчас подумаю там. Дай-ка я его нахлобучу, чтобы какую-нибудь ерунду не сделал. Так, раз и два. Погнали далее. Солидно. Шикарно. Ну, думал, добьем. Не вышло. Да уйди ты. Так, этот ханорик встал, а? Смотри, вскочил. Как будто его кто-то ждал сюда. Все, друзья, победа. Нормуль. Здесь все изи. Ну, свинская мощь была слишком слабенькая, да? Поэтому мы их легко и забомбили здесь. Вау. Так, ящик получил, ракушку и помидор. Ну, давай посмотрим, что дальше нас с тобой поджидает. Мне лично очень интересно. Так, и у нас открывается следующее место, да, приземление. Свинская мощь 79. Опять же, здесь у нас нежить. Ну, смотрите, да, такие как свиньи-трупаки. Перештопанные все, уже броня давным-давно сгнила на них телах. Этот вообще как Франкенштейн. Хм. Как думаешь, нам оставить такую командочку или же взять Матильду? Слушай, давай пока без Матильды. Я, конечно, все понимаю, хил-хилом, но Матильда очень быстро у нас отдупляется. Оу-оу-оу. Так. Погнали. Сейчас я этого ханорика попробую вырубить. Он, по-моему, через три хода встанет, да? Да, отчет уже пошел. Так, ну с призраками будет немножко попроще, потому что они будут попадать под массовую атаку у нас. А почему бумеранг не прошел? Давай вот так вот сделаем. Через двоих. Че у него там на голове? Ах ты гад, табуретку ударил. А ну-ка, получи. И еще получи. С табуреткой на голове. Ой, все, победа. Так, мастерство выросло у нас. Ах, ё-моёшечки-то. А я радовался зря, получается, да? Потому что у нас еще волна здесь. Ну-ка. Как тут у нас выйдет? Как-то паршивенько вышло все, если честно. Давай вот этого, наверное. Опа! Вот сейчас двоих ударили. Так, ну что, эти два, в принципе, у нас, грубо говоря, готовы, да? Нам надо вот этого теперь взять в оборот. Блин, ты посмотри, что делает, а? Ты посмотри, что делает. Начинаем. Раз атака. Два атака. Три атака. Блин, да что ж такое-то? Я думал, что они сейчас... Все дружненько отдупляться. Нет, не хотят. А если так? А еще вот так. Готов, и этого добиваем. Крит урон. Так, переходим на следующую волну. Последняя, заключительная. Здесь будет у нас Франки. Франкенштейн, здоровый такой, вот он. Со своим поборником, да? Давай, наверное, сделаем баф. Так, и поехали. Слушай, он что-то ватный какой-то, быстро разбирается. Мне это не нравится. Так, уже навострил глазенки. И этот тоже навострил. Ладно. Минус. Поехали. Массовую атаку, ребят, конечно же. Раз. Вау, вау, вау. Смотри, как, что мы с ним тут вытворяем. На-ка, получи. Сейчас мы его добьем. Друзья, мы его сейчас быстренько ушатаем с вами. Буквально... Пару ударов, все.
Слушай, тоже довольно легко. Мы, кстати, скоро уровень с вами получим. 17-й. Так, 3 звезды или как? Шикарно. Вау. Крутим рулетку и... Ну, я доволен. Так, что у нас тут? Мастерство повышенное. Ага, это на наших весельчаках. Так, что у нас тут в магазинчике есть? Паладин. Принцесса. Нифига себе, костюм на паладина стоит 130 монет. А принцесса 250. Ну, обычных монеточек. Конечно, хочется все это получить, но деньжат пока нету. Так, у нас битва за сундук. Свинская мощь 45, я думаю, вполне. Кстати, награда, я такого еще ни разу не видел. Какой-то корень или что-то типа того. Опять у нас здесь... Опять, ребята, у нас здесь будут призраки, зомби и маги. Давай, мы с вами на корабле. Шаман какой-то тут еще. Угу. Начнем вот так вот. Слушай, ну вот эти вот призраки, я знаю, что больно сильно бьют. Так что ты делаешь? Что это такое? Что он сейчас сделал? Не увидел я. Ух ты, паршивец. Так, надо этого халабуду бомбить. Так, минус призрак, но он встанет скоро. Если мы с вами не поспешим, они тут все встанут. У нас есть возможность, кстати, их сейчас подбить. Знаешь как, через... Если выживет чек. Так. Применяем. Какой применяем? Пока еще не можем применить. Давай вот так вот сделаем. Раз. Два-с. А вот теперь супер перчик. Давай. Раз. Готовы. Побед за нами. Уровень. Дайте уровень, пожалуйста. Чуть-чуть не хватило. Ну, мастерство у нас повышено. Победа на 3 звездочки. Отлично. Крутим рулетку и смотрим. Шикарно. Так, а вот это у нас, по-моему, и есть та самая слеза, да? Или нет? Нет, там, по-моему, другая была. Там какая-то райская слеза или что-то такое. А это обычная капелька воды. Ну что же. Мастерство повышено у нас. Дальше. Сундук я хочу открыть. Вот. Так, еще повысили мастерство. Это у нас уже... Что? Что это? Что это показывает мне? Х10? Так, ага, на всех костюмах, да? Повысили мастерство. Это хорошо, это классно. Так, ракушка у нас тут поджидает. Давай посмотрим. Неплохо. Так, и у нас следующая битва. Свинская мощь 108. Так, что же нам сделать? Что же нам сделать? Может быть... Да нет, в принципе, меня устраивает вот эта наша команда, которая в данный момент, даже без Матильды, мы, в принципе, с вами справляемся. Угу. Так, это у нас призраки, да, судя по всему? Такой с кружкой, с кружкой. И главное, что эта табуретка на голове меня вот это вот смешит. Вот так вот. И, наверное, вот так сделаем. Так, немножко не вовремя ты отдуплился, парнишка. Смотри, пугают, а? Чака, почему вы все Чака пугаете меня, а? Давай, наверное, вот так сделаем. Двоих сразу, хорошо. Теперь вот так. И... Слушай, этот встанет, да? Этот встанет у нас сейчас, ёпарасоте. Ладно, пускай встает. Так, попробуем сделать таким вот образом. Добить. Должны успеть. Да, мы успеваем. Все, пока-пока. И мы, кстати, зарабатываем с вами. Или нет? Блин, да там чуть-чуть. А, у нас тут еще и не одна волна. Еще и не одна волна. Так, ну что, подхиляем тогда, да, получается? И начинаем потихонечку бомбить. Так. Хорошо, вот люблю, когда бумеранг проходит через две цели. Так, весельчаков моих бомбят. Что-то там задумал, а? Опять, ханорик.
Что же делать? Давай так, наверное. Ать! На самом деле я думал, что мы все-таки пробьем. Так, минус один. Этого подобьем. Вот этого сейчас уничтожаем. И на следующий ход в при... Да что ты так сильно бомбишь-то? Что ты так сильно бомбишь по моему маленькому магу Чаку, а? Отдуплись! Все. Уровень, дайте уровень, пожалуйста. Вот это совсем другой разговор. Еще и мастерство повысили. Так, но это еще не конец. Вот здесь уже будет конец. Хм. Блин, не хотелось бы суператаку тратить в холостую. Ну ты понял, да, о чем я? Давай так, наверное, сделаем. И вот так. Слушай, 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 успокойся. Остается сколько? Блин. Двое, да, здесь? Если я сделаю вот так и вот так. Ну, а суператаку, естественно, мы будем применять вот на этого чувачка. Ну, вряд ли мы его сейчас забомбим. Хотя, погоди, может быть... Не вышло. Не вышло, друзья мои, и у нас еще два призрака встали. И как нам теперь тут быть? Сейчас еще двое встанут, блин. Сейчас еще, даже не двое, а все встанут. Так, секунду, давай-ка. Вот, вот это уже лучше. Теперь сюда. И сюда, отравим его или нет? Выжил, блин. Сейчас опять встанут еще, да? Так, сделаем тогда вот так вот. Так. И все, ребят, победа. Да, с ними сложно драться, потому что они все время резаются, причем через маленькое количество ходов. И мы получаем 3 звезды. Отлично, то, что нужно для меня. Дай звездочку, пожалуйста, дай звездочку. Ну ладно, пойдет и так. Ну что, друзья мои, наверное, будем закругляться на этом. Сейчас посмотрим, куда нас там отправят, что нам там откроют. Ну давай, быстрее, не томи. Ага. Так, перед нами ворота, да? Опять тырит яйцо, а, этот маг. Новый уровень. Птичья сила, 199 уже. Повышено мастерство. Отлично. Так, нас куда-то, ребята, в обход пустили. Призрачный корабль. До этого яйца нам, типа, не дают, да, пока дойти? Но смотри, уже 23 монеты. Нам остается всего лишь 4 монетки заработать. И мы с вами крутанем рулетку, где будет разыгрываться. Так, а что у нас тут? Где будет разыгрываться у нас очень много блестящий мяч. А что это вот такое? Колючий щит, блестящий мяч. Да, я возьму это все. Хотя бы гляну. То есть 10 раз мы крутанем свинку. И возможно там получится у нас легендарные артефакты. Это будет очень, кстати, хорошо. И очень даже здорово. Этот щит лучше? Да ладно, ты серьезно? Или я могу его просто улучшить? Скрафтить не могу, потому что не хватает определенного дерева. Зачем они вот это вот делают, я не могу понять. Ну ведь нет уже. А они пишут, что типа ты можешь сделать себе колючий щит. Также и вот здесь не хватает еще очень много морских звезд. Вот могу вот это сделать. Что это у нас? Это для Матильды. Ну давай посмотрим. 3 звезды, ух, круто. Ё-моё, 145 к атаке. Матильда, я думаю, тебе эта штука понравится. А то у тебя там какая-то сковородка залежавшаяся старая. Так, и... А, вот здесь могу, да? Но это у нас для нашего пирата. Одна звездочка. А можно мне переролить? Еще хуже сделал, а еще разок. 2, ну пускай 2 будет. Вау, 194 к атаке. Слушай, это круто на самом деле. Это же к атаке, да? Или это как щит? Так, ну ресурсы я пока, наверное, не буду делать. Морские звезды мне еще самому пригодятся. Хотелось бы просто посмотреть на своих питомцев, хотел сказать. На своих героев.
Так, подожди, экипировано. А я что делал? Я делал амулет. А почему у него, ребят, не амулет? Так. Что это у него? Вот я вот эту штуку же делал, да? Почему она на нем замаскированный крекер? Так, а что у нас лучше? Ну-ка посмотрим. Перчатка. Подожди, я не могу понять, я вот это кольцо делал или это... А, это вот, это щит. А, это амулет даже, деревянный амулет. Угу, все, я понял теперь. Здесь у нас ничего хорошего нету. Все, что мы могли, мы с вами экипировали. Ну, тут вообще имба. Щит, да? Это у нас щит из забора. Щит из забора. Блин, вот это, ребята, лего. Это мне, по-моему, выпало, я когда ролил. Так, погоди-ка секунду. Мы же тебе делали что-то другое, если я не ошибаюсь. А, вон, это опять тоже амулет, да, получается? Да, ребята, это залатанная кукла. Это дает ХП, небольшую прибавку, смотри, в 356. И мощь. Увеличивает силу атаки на 5%. Ну, не очень, конечно, сильно, но... Почему бы и нет, да? Так же, как и здесь у нас карта, а здесь щит. Кому что, кому амулеты, как говорится, кому защита. Что здесь? Показывает опять, что я могу что-то сделать. Но я ничего делать не буду, потому что у меня не хватает ресурсов. Давай крутанем, посмотрим видосик и крутанем еще раз свинку. Бесплатное вращение, дай что-нибудь путевое, пожалуйста, ну. Дурацкий посох, погоди-ка, дурацкий посох, ну он... Так, секундочку. Он оделся автоматически уже на Чака, значит, он совсем не дурацкий, а очень даже классный. Смотрите, он взял. А до этого у него была, по-моему, губка какая-то. Да. Так, смотри, здесь 65 к атаке было, а здесь 164. Ты извини меня, по-моему, разница есть. Ха. Круто. Очень круто, я доволен. Дурацкий посох тоже мне назвали. Отличный посох. Главное, что повезло. Так, мне какое-то письмо тут прислали. Погоди, я же вижу, что письмо... А, нет, нет, ребят. Добавить друзей. У меня только из друзей свин Хрякович. Да. Ну что, ребятушки, будем закругляться. И, надеюсь, увидимся с вами уже в следующей серии, если вам, конечно, понравилась игра. Так что удачи и до скорого.